Я народный корреспондент открытого канала общественного приморского телевидения. Колесова Галина Анатольевна, хочу рассказать вам о просто катастрофической ситуации, создавшейся вот с нами, с жителями домов по улице Семеновской, 8. Это комплекс домов, 6 строений. История вопроса такая, что в ночь с 25 на 26 августа ночью резко упало давление воды в колонке. Когда управляющая компания приехала, замерила, оказалось 200 граммов. Это ничтожно мало для водозаборной колонки. Горводоканал всегда ремонтировал, когда у нас были порывы. На сей раз они отказываются. Причем говорят такие интересные вещи. Водоканал говорит, ну если вам что-то не нравится, это вообще дома ваши бесхозные, трубы ваши бесхозные. А люди тоже бесхозные получаются. Ну, короче говоря, они, значит, говорят, ну, если вам что-то не нравится, мы сейчас это решим радикальным способом. То есть нашу головную боль лечат способом гильотины. Мы сейчас эту колонку отрежем, будете ходить на Семеновскую, 19, за водой. Если вы чем-то недовольны. Возмущает бездействие властей, возмущает, что нас отфутболивают от одних к другим. Вместо того, чтобы профессионально решать вопросы, они посовещались раз, посовещались два. В итоге проблема не решена, и из-за этого страдает 6 домов. Утром очереди. Напор маленький. Всем надо умыться, детей в школу отправить, правильно? И вот стоишь в этой очереди, наберу два баллончика и на третий этаж волоку вот это вот, а мне тяжело. Вот приезжали представители, хотели там что-то наладить, с водоканала приезжали. Управляющая компания приезжала. Они друг дружке перекидывают эту проблему, а она не решается. Я наверняка думаю, что у них заключен какой-то договор с водоканалом, и они сейчас не могут этот вопрос решить. Да сколько мы можем в этих исторических ценностях вот так жить? Так жить невозможно просто. Мы устали от этого. Ничего не делается. Я не знаю, мы живем вот как в каком-то гетто. Народный корреспондент открытого канала ОТВ Колесова Галина Анатольевна.